могу поспорить, что на Черном море города нет краше с царской тропой. Можешь убедиться, южная столица, ты сюда приедешь, как себе домой. Ялта — это море, Ялта — это горы, Ялта — это солнце и бокал вина. Ялта — это встречи в теплый летний вечер, город и не город, целая страна. Ялта — это встречи в теплый летний вечер, город и не город, целая страна. На волне соленой поцелуй влюбленных, или шепот жаркий, или страстный взгляд, кипарис зеленый, камень раскаленный, как святую тайну вечно сохранят. Ялта — это море, Ялта — это горы, Ялта — это солнце и бокалы вина. Ялта — это встречи в теплый летний вечер, город и не город, целая страна. Ялта — это встречи в теплый летний вечер, город и не город, целая страна. Если любишь море, если любишь горы, если любишь солнце, воздух как вино, если помнишь встречи в теплый летний вечер, вновь тебя потянет в Ялту все равно. Ялта — это море, Ялта — это горы, Ялта — это солнце и бокал вина. Ялта — это встречи в теплый летний вечер, город и не город, целая страна. Ялта — это встречи в теплый летний вечер, город и не город, целая страна.
7 ноября немцы захватили Ялту. Ялта ist das Nizza der Krim. Hier herrscht das ganze Jahr über mildes Riviera-Klima. К осени 41 года под немцами были Керчь, Феодосия, Алушта, весь Крым, кроме Севастополя. Посвящен 75-й годовщине обороны Тулы и 40-летию присвоения городу Тула звания город-герой. Почему Ялта? Первые два автопробега мы провели по местам боевой славы городов. Это город Керчь, Феодосия, Симферополь, Севастополь. В этом году мы добавили город Ялта. В городе Ялте сейчас у вас работает замглавы администрации города Ялты, Блажнов Владимир Ильич. Это когда-то наш руководитель, начальник сектора по работе с территорией поселка Косогра. Как раз он первый автопробег в честь присоединения Крыма в 2014 году помог нам организовать. Поэтому мы начинаем уже расширять географию Крыма. Поэтому Ялта у нас получается автопробег первый, но для Ялты это первый автопробег. Для Ялты это первый автопробег. Скажите, какие еще будут пункты остановки у вашего автопробега и как встречает вас Крым? Крым нас встречает очень душевно, весело, радостно. Вот такое впечатление, что мы никогда с ним не расставались. Вот. Мы вышли из города Керчи, прошли Феодосию, митинг, Симферополь, Севастополь, приехали к вам. Заключительный митинг у нас будет проходить в городе Керчь. Это город побратим города героя Крым. Как раз при выходе нашего автопробега мы будем там проводить митинг. Скажите, у вас везде проходят митинги, правильно, в рамках вот этой акции? Да. В каждом городе, где вы назвали? Да. Скажите, пожалуйста, сколько всего принимает участие в этом мероприятии людей, машин? В автопробеге принимают участие 10 автомобилей. Вот. В состав экипажа входит около 30 человек. Автопробег проводит общественные организации «Союз десантников» города Героя Тулы и «Боевое братство». В этом году с нами впервые в автопробег пошло Тульское казачество. Тульское казачество. Представителем его является товарищ атамана Евстафьев Сергей Викторович. С нами в этом году принимает участие также музыкант, певец, автор-исполнитель своих песен Печеных Владимир. С ним находится импресарио Марчук Григорий Семенович. Самое уникальное то, что когда он узнал, что мы выезжаем в Крым, именно пройти по местам боевой славы, по городам-героям, он отменил гастроли в Крыму, оставили гастроли в Краснодарском крае, и ребята согласились поехать с нами, чтобы сделать по пути нашего движения благотворительный концерт. Еще раз говорю, народ встречает нас душевно, радостно, равнодушно, никого нету. Все подходят, даже у нас идет митинг, просто прохожие проходят, да, видят, что мы стоим, администрация, допустим, стоит в тех городах, где мы проходим, все подходят, все довольны. В принципе, все вот как будто мы не уезжали с родных городов. Идет все душевно, по-домашнему. Отлично, спасибо большое. Вы просто не представляете, как мне на душе сейчас трепещется сердце. Я один из трех десантников Тульской области, который по зову участников локальных войн Крыма пригласили нам оказать содействие в присоединении Крыма к России. Нас была группировка 200 человек.
То есть мы рассчитывали, как говорят, 3-4 дня. Пробыли в Ялте 30 дней. За это время этот город нам полюбился. Ну, рассказывать, что, как, мы задачу выполнили. И вот после прибытия с Крыма ребята обратились ко мне и говорят: «Антон, что у вас, как, что?» Я говорю: «Давай». В честь годовщины присоединения Крыма мы сделали первый автопробег. Вроде получится, не получится. Но мы как работаем под девизом десантных войск. Никто, кроме нас, и нет задач не выполнил. Стартанули, прибыли, проехали, пообщались, навели, как и сама, адреса, каналы. Все выполнили. На следующий год, в честь 70-летия Победы и в честь 85 лет воздушно-десантных войск, мы решили сделать второй автопробег. Обратились к власти, да, говорим, что помогли. Это нас радует, все, хоть какая-то помощь есть. Выполнили вторую задачу. В этом году это у нас тоже одна из задач. То есть, говорят, проблемы. Мы проблемы никому не решили. Мы решаем задачи. Поможете, да, не поможете, меня видите. И вот сейчас задача такая, чтобы довести до крымчан, что в этом году исполняется 40 лет, как городу Туле присвоено звание Героя. Мы с этой целью тоже хотим довести до этих, с кем общаемся. На данный момент в нашей колонии 10 машин, 35 человек, есть дети, жены. Обращаясь к этим, они говорят: а почему вы едете в Крым? Вот это мне обидно, конечно. Крым присоединили в марте. Когда присоединили, мне не надо задавать вопросы, я был здесь. А вы едете в июле. Мы едем с одной целью, чтобы показать детям, женам, участникам боевых действий, что такое Крым. Это прелесть. Столько замечательных мест. Особенно я, когда, может, мне уж так впало, Ялта. Это замечательный город. Столько достопримечательностей. Какое красивое море. Какая красивейшая набережная. Это же нужно. Дети приезжают в школы. Кто работает в детском садике, в лицее, в гимназиях. И вот это вот мы, как говорится, доводим жителей Тулы и Тульской области. Я лично занимаюсь патриотическим воспитанием с 96-го года. Как уволился, являюсь председателем попечительского совета одного из детдомов, куратором гимназии, детских садов, все это дело. И вот где, какие мероприятия мы проводим, мы это все делаем не ради себя, а ради будущего поколения. Хочу попросить вас красной строкой выделить. Вот благодаря, хочу ответить, да, горстка участников локальных войн, кто знает Тулу, Тульскую область, что такое поселок Касается. Вот ребята в основном оттуда. И вот благодаря им они сплотили вокруг себя жен, детей, родственников. Поселок, когда нас провожает, это вам просто нужно видеть. Когда это самые проводы. У нас как ритуал. Прежде чем тронется колонна, выходит батюшка, открываем капоты, он всех напутствие дает. И вот с этим, хотя я не крещеный, но ничего, я тоже присоединяюсь к этому. И вот благодаря им я всегда говорю: ребят, я в вашей обойме. И с этой обоймы уже трудно выпасть. Вы познаете Крым, расскажете. В дальнейшем, конечно, планы у нас есть и другие. Вот одна из задач, до этого Сережа говорил, что мы пригласили на сотрудничество казачества. В Севастополе я встречался с атаманом. То же самое передали им наши скромные тульские подарки. Это не для того, чтобы, как говорят, заманить их, чтобы было ближе, соединились, созвонились, любые мероприятия. Всех и вся приглашаем в гости, в том числе и вас. Можете приехать со своей аппаратурой. Нет, ребята помогут, мы все организуем. Я благодарен судьбе действительно, что свело меня с Крыма. Знаете, как-то, если, честно говоря, вот я везде вот выступал, все было нормально, но в Ялте что-то я аж волнуюсь. Почему? Потому что ну, столько времени отдано, столько-то самое, ну, выполнено задачу, хорошо, все как это самое.
Даже когда закончилось присоединение на 9 мая, мы были, шли колонны, приехали с Украины, нашли меня и вот задают вопрос. Правда ли, что крымчане шли самостоятельно? Тут нас называли и зеленые человечки, и всякие. Вы под дулом автомата загоняли? Нет. Я вроде уже взрослый, прошедший холодные горячие точки, и мне стало обидно за вот эти вот приезды. Я сам лично видел, когда на костылях, на колясках шли в избирательные участки. Ну, вам объяснять не надо, конечно, пытались сделать провокацию, но мы все выполнили так, огородили и сделали все, что нам было поставлено. Еще один момент просто запомнился мне аж как, когда я даже испугался. Закончилась избирательная кампания, забрали урны, повезли на подсчет. Нас поместили в зал где-то метр, человек на 300. Молодежь, старики. Я каждый день имел связь. Мне звонит Анатолий Александрович, предварительный подсчет 93%, что за. Я думаю, как сказать, как не напугать народ, все это самое. Потом попросил слово, и вы можете представить, я хочу довести до вас информацию. Можете представить, тишина. Я говорю, так и так, вот, позвонили, сообщили. На данный момент, и закончился еще подсчет, 93%. Тишина где-то секунды 3-4. Потом начался визг, свист, там, казаки, стрельба. Я думаю, обложили. Это такая была радость для народа. Это надо было просто видеть. Скажите, как вас зовут? Я являюсь членом правления Союза десантников России Тульского региона. Являюсь также самое членом правления нашей Тульской десантной дивизии. Ну, титулы не буду перечислять дальше все. Гагаринов Анатолий Александрович. Гагаринов Анатолий Александрович. Спасибо вам большое. Здравствуйте, уважаемые жители города Ялта, участники автопробега. Сегодня мы проводим третий автопробег Тула-Крым, посвященный 75-й годовщине обороны Тулы, 40-летие присвоения Тули город-герой. Вначале я хочу представить вам наших участников автопробега. Это организатор третьего автопробега, воин-интернационалист, капитан запаса, председатель боевого братца, член Союза десантников Путин Григорий Евгеньевич. Член совета автопробега, ветеран Тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии подполковник Гагаринов, участник войны в Афганистане. На нашем митинге присутствует заместитель главы администрации города Ялта Блажнов Владимир Игоревич. Депутат Ялтинского городского совета Качко Евгения Екатерина Игоревна. В этом году мы прибыли первый раз в город Ялта. А это уже третий автопробег. Автопробег проводит общественная организация Косогорского отделения Союза десантников города Тулы. Косогорское отделение боевого братства города Тула. В этом автопробеге с нами впервые проходят тульские казаки. Представитель, товарищ атамана Евстафьев Сергей Викторович. Также с нами оказались неравнодушные люди к нашему автопробегу. Узнав о том, что мы идем город Крым по местам боевой славы,
они отменили свои гастроли в Краснодарском крае и вышли вместе с нами автопробег. Это Марчук Григорий Семенович, арт-директор композитора, певца, автора исполнителя своих песен Владимира Анатольевича Печенок. Митинг, посвященный третьему автопробегу в канун 75-й годовщины обороны города Тула, присвоение городу героя Тула звания город-герой, считаю открытым. К Москве. Он подошел к рубежам нашего города. Танки Гудериана хотели сходу пройти наш город, но им не удалось. Хребет обломали. Тула вообще уникальный город, потому что, вы знаете, и Дмитрий Донской Куликово поле враг не прошел. Великая Отечественная война показала то же самое, что через Тулу, Москву, ни один враг пройти не сможет. В 1976 году Туле было присвоено звание «Город-герой». Слово предоставляется заместителю главы администрации города Ялта Лажунову Владимиру Игоревичу. Уважаемые участники третьего автомобильного пробега «Тула-Крым», разрешите вас поприветствовать от имени главы администрации города Ялты Ростенко Андрея Олеговича. Он действительно отметил важное мероприятие, дал огромную, высокую оценку вашей работе, которую вы несете в виде патриотического воспитания нашей молодежи. И, как говорится, никто не забыт, ничто не забыто. От себя лично, дорогие земляки, я рад вас видеть в Крыму. Действительно, вы достойно прошли свою службу. Не даете покоя молодежи, не даете забыть о себе. Вы ставите себе задачи, и вы их с успехом всегда выполняете. Поэтому хочу вам пожелать крепкого здоровья, мирного неба, бодрости духа и крепкого плеча, ощущения рядом с собой. Спасибо вам за то, что вы ведете такую работу, важную действительно для нас всех. Спасибо. Ну, для нас, для Туликов, Владимира Игоревича представлять не надо. Это наш руководитель нашего поселка в свое время, начальник сектора по работе с территориями поселка Касай-Гора. Вы все помните, что в 2014 году, когда было присоединение Крыма к России, точнее сказать, возвращение, он нам помог организовать первый автопробег. И вот теперь он в Ялте. Теперь он заместитель главы администрации города Ялты. Владимир Ильич, мы выражаем вам огромную благодарность за тот труд, который вы провели еще вместе с нами на тульской земле.
встретили нас здесь. Поэтому мы хотим вам вручить небольшой отчет за 2015 год по нашей работе боевого братства и союза десантников. Ну и, соответственно, вручить городу Ялта вот такой флаг города, героя Тула. Вручаем мы заместителю главы администрации города Ялта Блажнову Владимиру Игоревичу. Действительно, огромное спасибо. Я действительно горжусь тем, что был у самых истоков нашего с вами мероприятия. Ну, действительно, это дорогого стоит, и это действительно переросло уже в традицию, которая, я думаю, дальше будет все у нас больше, больше и больше. И действительно, мы получим взаимосвязь Крым, Тула, наши побратимые города. Поэтому спасибо вам, здоровья. Спасибо вам, Владимир Ильич. Слово предоставляется депутату Ялтинского городского совета Качко Екатерине Игоревне. Добрый день, дорогие участники автопробега. Мы рады приветствовать вас в нашей солнечной Ялте. Очень приятно, что в этот раз вы заехали к нам в наш город. Надеемся, что это станет традицией ежегодной. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, потому что это очень важно, особенно в рамках того, что произошло за последние года. Поэтому мы очень рады вам. Спасибо еще раз. Всегда будем вас ждать. Слово предоставляется члену совета автопробега Тула-Крым, ветерану Тульской гвардейской воздушно-десантной 106-й дивизии, члену правления Тульского регионального отделения Союза десантников, гвардию подполковнику Гагарину Анатолию Александровичу, участнику войны в Афганистане. Добрый день, участники автопробега. Да, мы уже совершаем третий автопробег. Этот автопробег делается не ради нас. Этот автопробег делается для сближения Крыма и молодежи Тульской области. Еще раз хочу подчеркнуть, особенно молодежи Косая гора, которые, ребята, участники локальных войн, организовали вокруг себя, сблизили родственников, поселок, детей, жен, которые неравнодушны к вот этому мероприятию. И мы хотим благодаря им донести вот эту задачу до Крыма. И я думаю, что в Крыму нет неравнодушных людей. И у меня всегда по жизни есть такой девиз «Память». Я уверен, я знаю, что в Крыму, не только в Ялте, память останется вечно. Благодаря вот таким вот ребятам я попрошу вас то же самое. Организуйте, сплотите и доведите до молодежи, что были времена и хуже, и они должны знать. После прибытия с этого автопробега, вот эти участники автопробега бывают в школах, лицеях, гимназиях. Дети, которые присутствуют на этом автопробеге, рассказывают своим родственникам, сверстникам, что да, то мероприятие, которое мы выполняем, прекрасно. То мероприятие, в котором они участвуют, я думаю, они с гордостью будут распространять свои видения. Я хочу еще раз подчеркнуть, город Ялта для меня это особый город. Я, прежде чем организовать вот эти автопробеги, был участником присоединения Крыма. И наша группировка находилась в этом городе месяц. Когда подъезжал я к этому городу, действительно, как я человек военный, много лет отсутствовал дома. И вот когда подъезжаешь к дому, сердце как-то трепещется по-иному. И вот я, когда подъезжал к Ялте, такое же ощущение находится у меня. Я благодарен администрации этого города,
что они тоже неравнодушны. А неравнодушны почему? Потому что здесь, в этой администрации, находится наш земляк. В дальнейшем нам еще предстоит выполнить задачи. Но мы работаем под девизом: никто, кроме нас, и нет задач невыполнимых. Спасибо, что вы нас поддержали. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что мы есть. Спасибо. Товарищ атаманан Тульского казачества Евстафьев Сергей Викторович. Добрый день еще раз. Как и Сергей сказал правильно, мы только первый раз в этом автопробеге. Но я надеюсь, что мы будем, как говорится, больше становиться, еще раз больше, потому что это надо помнить о Лехе, который дали нам жизнь. И я вот хочу, как представитель казачества, вручить книгу первого гвардейского корпуса сотнику Ивану Владимировичу. Пожалуйста. И нам, чтобы казаки были мы все вместе, ялтинские и тульские. Спасибо. Спасибо. Ну и с ответным словом. Командир роты народного ополчения Иванов Владимир Васильевич. Добрый день, гости, друзья, представители Ялтинской администрации, организаторы этого автопробега. Ребята, у меня преполное чувство, волнение. Не первый раз мы встречаем автопробег, но ваш автопробег в Ялте первый. Как командир Ялтинской роты народного ополчения, я очень рад приветствовать вас здесь. Рад видеть и благодарен вам, что вы есть, что вы посетили Ялту первый раз. Я думаю, что это будет не первый... Первый, но не последний раз. Мы будем с вами сотрудничать, дружить, постоянно вас, всегда вас встречать, помогать вам, чем возможно. Я рад, что вы здесь. Крым отстояли, население Крыма, суверенитет. Мы перешли в Российскую Федерацию. Я благодарен вам, что вы помогали нам. Мы все отстаивали, всем населением Крыма. Приезжайте, будем рады вас видеть. Спасибо. Много веков солдаты российской армии защищали свое отечество. В годы Великой Отечественной войны полегло много солдат. На их примере учились воины-интернационалисты, участники локальных войн и военных конфликтов. И вот теперь народное ополчение Крыма приняло бой с достоинством и честью, победив мнимого врага. Солдат погибает дважды. Погибает первый раз от пули. Второй раз, когда о нем забывают. В память о солдатах Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах, участников локальных войн и военных конфликтов народного ополчения Крыма, сложивших свои головы, объявляется минута молчания. От вашего лица поблагодарить администрацию города-героя Тулу в лице Авилова Евгения Васильевича за поддержку и понимание нашего мероприятия. Хочу поблагодарить депутата Государственной Думы Афонского Владимира Игоревича, депутатов Тульской городской думы Дзюба Владимира Владимировича, Осташова Виктора Альбертовича, Суханову Наталью Андреевну. Ну а сейчас, дорогие ялтинцы, мы хотим
от нашего автопробега вручить вам небольшие сувениры из города-героя Тула. Валерий Александрович, пожалуйста. Уважаемые представители города Ялта, да, нам помогали, нам помогают. И примите скромные тульские подарки с тульской земли. Вот это вот скромные подарки нашего союза ветеранов Афганистана в МПЛА. Вы то же самое бываете в различных учебных заведениях, проводите различные спортивные мероприятия. И вот достойных, пожалуйста, от имени туликов можете наградить. Спасибо. Так же самое мы подготовили фото, видео, отчет. Благодаря нашему оператору Павел Досов, который трудился днями и ночами. И это материалы мы тоже самое передаем вам. И результат прошлогоднего автопробега тоже отражено здесь. Также самое от Союза десантников Тульского региона. Мы хотим передать в дар книгу «Афган. Воздушно-десантных войск. 1979-1989». В этой книге отражены все подразделения воздушно-десантных войск, которые принимали боевые действия в Афганистане. От отдельной роты и до отдельного взвода. Пожалуйста. Ну и как говорят, с прибытием в любой регион, то ли Крым, то ли другую область, мы прибываем, и первый вопрос. А тульский пряник привезли? Владимир Юрьевич, мы тебя не забыли, и Тула тебя не забыла. Вот вручаем вам тоже сувенир Тулы. И каждый руководитель, пускай скромно, но имея на столе символ города Тулы, можете прикрепить. От города героя Тулы, городу Ялта, мы хотим вручить вот эту гильзу, в которой находится земля из города героя Тулы. Земля с места боев. Земля заполнена, взята с переднего края обороны Тулы. Место гибели комиссара Тульского рабочего полка, героя Советского Союза, вручено посмертно Агеева Григория Антоновича. Примите, Владимир Ильич. Ну а сейчас я хочу передать микрофон композитору, певцу, автору-исполнителю своих песен Владимиру Печеных. Я хочу исполнить ее на ялтинской земле. Она называется «Враг». На войне, как на войне, каждый день в особой цене. А с небес и сливают огонь стаи новых вертушек. И мы будем без нас не стоять, ведь за нами Родина-мать. И задача ее защищать, не призвание выше. Мы с тобою все выдержим, брат. Я солдат, и ты тоже солдат. Но ударила пуля в висок.
накричали вороны. А на фото сын и жена, липкой кровью залита она, и печать забвенья легла на зеленых поклонах. Разреши мне обнять тебя, брат, я ведь тоже такой же солдат. Не смотри на большие чины, проси манеры. И давай вспомним наших ребят, молодых вот таких же солдат. И за них мы поднимем бокал, господа офицеры. На войне, как на войне, каждый раз сердце в огне. Мы идем по уставшей земле от насилия и боли. Наши нервы, как крепкие гранит, пусть Господь нас в дороге хранит. Мы стоим, чтобы зло не прошло, какова наша доля. Погибают ребята в бою за любовь и отчизну свою, а героев, которых уж нет, не расскажешь словами. И сегодня мы вспомним о них, о друзьях и братьях своих, о героях, которые мы никогда уже с нами. Разреши мне обнять тебя, брат, я ведь тоже такой же солдат. Не смотри на большие чины, проси манеры. И давай вспомним наших ребят, молодых, вот таких же солдат. И за них мы поднимем бокал, господа. Позвольте исполнить еще одну песню, и прежде чем я ее исполню, позвольте передать огромный плавенный привет от всех туликов и, конечно же, от казачества Тульской области в лице товарища атамана. И я хотел бы исполнить сегодня еще одну такую праздничную уже теперь песню, которая называется «Казаки». Семи вечья на родное
счастье защищать должны. Мы откроем сердце и накроем стол. Соберемся вместе, сделаем мы плов. Приготовим бишбармак и выложим на круг. Блинчики, варенички и блюдо таранчук. Казаки, казаки, воевать нам с руки. Наше семиречье, нам родная мать. Братцы, казаки, наши острые клинки. Если враг ударит, будем защищать. Пожелаем счастья всем на долгий срок. Девушки-красавицы сойдутся в хоровод. Мы же семиреченцы, великая страна. Пусть не будет зла и процветает пусть она. Казаки, казачки, выйдем мы на круг. И затянем песню, пусть звучит вокруг. Наше семиречье нам родная мать. И ее родимую у нас не отнять. Казаки, казаки, воевать нам с руки. Наше семиречье нам родная мать. Братцы, казаки, наши острые клинки. Если враг ударит, будем защищать. Казаки, казаки, воевать нам с руки. Наше семиречье нам. Наши острые клинки, если враг ударит, будем защищать. Спасибо, друзья. Ну и финальная песня, которую я хотел бы исполнить, она... Везде звучит там, где мы с вами проходили нашим автопробегом. Она называется «Синева». Это гимн десантника. Распрескалась синева, распрескалась.
церемония возложения цветов. У нас здесь находится холм славы, где мы с вами, ребята, сейчас стоим. От города героя Тула будет возложен венок. Группа возложения вперед!
Крыму, но в этот раз он в Ялте. Скажите, кто виновник этого, почему он проходит в Ялте, кто оказался в действии проведению этого замечательного мероприятия в Ялте? Маршрут, конечно, ребята выбирают сами, они стараются изменять, проехать по всем боевым местам, заехать к своим друзьям. Но в первую очередь я по воле судьбы оказался здесь служить ялтинцам, поэтому инициатором тоже завести их в Ялту, показать, рассказать о ребятах, действительно об истории, которая у нас традиция есть в данном направлении, ну и обратиться поближе, стать к ялтинцам, чтобы было взаимопонимание. На ваш взгляд, насколько важен этот автопробег, его приумножение, сохранение и развитие? Ну, данное мероприятие, оно важно во всех направлениях. И в свете последних событий, которые произошли у нас с Крымом, и то, что у нас наша история, она важна для нас, для наших детей, для всего окружения. Историю даже для ближайших государств. Это наша история, которую стараются переписывать, непонятно в каком направлении. А это действительно истинные факты, это истинно живые люди, которые участвовали и знают, что такое война. И товарищи, участники автопробега Тулы-Крым, дорогие крымчане, жители города Ялта, митинг, посвященный автопробегу Тула-Крым в канун 75-й годовщины обороны города Тулы, 40-летие присвоения городу звания «Город-герой» объявляется закрытым! Спасибо, город Ялта. Мы не прощаемся. Мы говорим вам до свидания. 7-1. Ура! 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 Автопробег «Тула-Крым» проходит уже в третий раз. В 2014 году его участники на 8 машинах впервые приехали в Крым. Мы сделали первый автопробег. Вроде получится, не получится, но мы как работаем под девизом десантных войск. Никто, кроме нас, и нет задач невыполнимых. Стартанули, прибыли, проехали, пообщались, навели, как и сама, адреса, каналы. Все выполнили. На следующий год, в честь 70-летия Победы и в честь 85 лет воздушно-десантных войск, мы решили сделать второй автопробег. В этом году в мероприятии задействовано уже 10 автомобилей. Соответственно, увеличилось и число участников. Третий автопробег посвящен 40-й годовщине присвоения Туле звания «Город-герой», 75-й годовщине обороны города. Члены экипажей – активисты общественных организаций «Боевое братство» и «Союз десантников России». Также в этом году присоединились представители казачества и музыкант Владимир Печеных. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Тулы и депутатов Государственной Думы и Тульской городской думы от партии «Единая Россия». Как рассказал председатель Косогорского отдела Союза десантников России Сергей Грошев, первых два автопробега были проведены по местам боевой славы. Его участники посетили Керчь, Феодосию, Симферополь и Севастополь. В этом году к маршруту добавилась и Ялта. Инициатором этой остановки стал заместитель главы администрации города Ялты, уроженец Тулы Владимир Блажнов, который помог в 2014 году в организации первого автопробега, посвященного воссоединению Крыма с Россией. На мемориале Хомс
славы участники автопробега провели митинг, на котором присутствовали представители руководства города, бойцы народного ополчения во главе с командиром Ялтинской роты Владимиром Ивановым, жители и гости южного берега Крыма. От имени руководства города присутствующих приветствовал заместитель главы администрации Ялты Владимир Блажнов. Он подчеркнул, что руководство города высоко оценило работу участников автопробега, направленную на патриотическое воспитание молодежи. Дорогие земляки, я рад вас видеть. В Крыму действительно вы достойно прошли свою службу. Не даете покоя молодежи, не даете забыть о себе. Вы ставите себе задачи, и вы их с успехом всегда выполняете. Поэтому хочу вам пожелать крепкого здоровья, мирного неба, бодрости духа и крепкого плеча. Наилучшие пожелания от имени депутатского корпуса участникам автопробега передала депутат «Единорос» Екатерина Качко. Ребята организовывают проект уже третий год подряд, но вот первый раз заехали к нам в Ялту. Надеемся, что это станет традицией для нас. В ходе мероприятия участники автопробега передали в дар Ялте флаг города-героя Тулы и сувениры. Затем участники митинга почтили минутой молчания ушедших от нас участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, после чего возложили цветы к вечному огню. Также в рамках митинга прозвучали патриотические песни в исполнении певца Владимира Печеных. На войне, как на войне, каждый день в особой цене. А с небес изливают огонь стаи хмурых вертушек. Крым нас встречает очень душевно, весело, радостно. Вот такое впечатление, что мы никогда с ним не расставались. Вот. Мы вышли из города Керчи, с Керчи, прошли Феодосию, митинг, Симферополь, Севастополь, приехали к вам. Заключительный митинг у нас будет проходить в городе Керчеток. По возвращению домой участники автопробега проведут развернутую встречу, в рамках которой поделятся с земляками полученными от поездки впечатлениями.